Так, всем привет, друзья. У нас новая камера. Вообще сейчас будут уроки в формате 4К, поэтому садитесь поудобнее, включайте на YouTube максимальное качество, и теперь можно будет кайфовать. Значит, сегодня у меня есть для вас два сипура. Первый хабацкий, один литовский. С какого начать? Давайте с литовского. Он как бы короче. Значит, первая история про рав Саба Миноварда. Да. Значит, была с ним такая история, что один рош ешива ходил, собирал деньги, ходил к богатым людям. Вот, и пришел он к этому богатому человеку домой, чтобы попросить у него деньги на ешиву. Вот. И тот, как бы, богатый человек, открыл ему дверь, у него там роскошный дом, и он как бы на улице шел дождь сильно, он из вежливости снял обувь, снял свое мокрое пальто, разделся, вот, очень аккуратно все так, зашел к нему в кабинет, тот его посадил за стол, готовился уже выписывать ему чек на достаточно хорошую сумму, и тут стук в дверь, он открывает ему, и заходит Рав Саба Миноварда. Это один из учителей и лидеров литовской школы, очень известный своим учением Мусар, таким достаточно жестким подходом. Вот. И тут Рав Саба Миноварда заходит, весь мокрый после дождя, не снимая пальто, не снимая обувь, просто такой чешет через весь дом, по ковру, там в обуви грязно, и этот такой богач его видит, сразу же выписывает ему чек, и тут это все происходит на глазах первого рош ешивы, и он видит, что там чек на сумму, которая просто в разы больше, чем тот, как бы, чек, который он подготовил для него, и он забирает этот чек, и вместо того, чтобы сказать спасибо, он еще говорит ему: слушай, даже один час изучения Торы нашими ребятами в ешиве стоит гораздо больше, чем все вот это у тебя вокруг, и показывает там на его роскошный кабинет. И уходит. Тут этот первый рош ешива такой в шоке вообще от всего происходящего. Слушай, а ты можешь мне объяснить, что это было? Он говорит: ну слушай, как бы, у него такой подход, что деньги для него ничего не стоят. Да, и когда он так к ним относится, то я действительно понимаю, что деньги ничего не стоят, и отдаю ему их на ешиву и на его учеников. А когда я смотрю, как ты трясешься над деньгами, как ты трясешься над моим имуществом, то я задумываюсь: да, наверное, правда, деньги — это очень важная штука, поэтому я думаю, пусть они побудут еще у меня. Да, это вот такая веселая литовская история. Давайте, у нас уже 4 минуты к развитию. Поставим паузу. И продолжение видео про Рэбе Милюбавич будет уже во второй части. Оставайтесь с нами, смотрите продолжение. И любуйтесь прекрасным видом на Иерусалим, друзья. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.